Привет, я Шок, и я не играл на Фейсите больше месяца. Это большой промежуток, потому что за 5 лет я никогда не делал такую большую паузу, максимум было 2 недели. И мне стало интересно, что изменится за это время, стану ли я лучше, или стану ли я хуже, а может быть вообще ничего не изменится. Поэтому прямо сейчас, желаю тебе приятного просмотра, я записал тебе 5 каток, которые нарезал на 15-20 минут. Но, самое главное, если этот ролик наберет 30 тысяч лайков, то... За этот месяц я сделаю 2 ролика, где сделаю название ролика Апнул 9 левел и следующий ролик Апнул 10 левел. В этих роликах будут нарезки со всего. Короче, если вы хотите фейсит катки нарезанные, вот как вот этот ролик, который вы сейчас увидите, то ставьте лайки обязательно, это важно. И еще, пацаны, хочу одну вещь сказать. Я сегодня, пока ты смотришь этот ролик, стримлю. Поэтому приходи, чувак, сегодня. Если пропустишь, то можешь завтра. Потому что я сейчас буду стримить каждый день с 20.00 до 23.00 по московскому времени. Надеюсь, ты не проигнорешь это сообщение и будешь присутствовать на стримах, потому что, мне кажется, они интересны. Все, я выговорился, поэтому давайте начинать. Погнали. Первая катка, это, наверное, самая сложная игра, потому что она зависит от вашего морального состояния в следующих. И вы должны ее хорошо отыграть. Получилось ли это у меня? Прямо сейчас увидите. Yellow, you should be so fucking dumb. Stairs. Good job. Nice. Лучше. Хорош. Ай-яй. Майн шорт. Джангл, джангл. Буст ин сит. Прессер. По стрельбе, кстати. По стрельбе сейчас минус. У меня были шансы 100% убить его. Too far away, guys. Мы проиграли в ряд 5 раундов. И, скорее всего, и 6 пойдет. Но вот за КТ нужно уже собираться. Я хочу поиграть впервые за месяц за КТ очень сильно. Touch, short. You mad Renny, what the fuck are you doing? This game anymore. Fuck you, you fucking пизби. О, господи. Дай блю. Я нормально дал в этом раунде. Мне понравилось. Первый минус 4 за месяц. Да, неудачная катка. Неудачная катка максимально. Но я знаю свои ошибки и сейчас попробую еще раз начать. Небольшая рекламная интеграция. Мы на CSFL, и я поставлю прямо сейчас $100 на коэффициент 1.40. Блин, не успею, 1.43. Спокойным голосом прямо сейчас я подниму $130. Вот так. Я зайду в джекпот, поставлю $10. Ну, здесь борьба, конечно, слабоватая, у меня $10, у них 3 в сумме. Но если я эту ставку проиграю, я выключаю запись. Мы эту ставку выиграли. Мы сегодня выиграли $53. Я посчитал. На самом деле, я ссылку на CSFL оставлю в описании. Это интересный сайт с хорошими шансами на выигрыш, с маленьким процентом и так далее. Без шуток говорю. То есть это неплохой сайт. Поэтому все есть в описании. А я ножик прямо сейчас забираю, который только что выиграл. А мы идем дальше. Вторая игра. Не комментировать не буду. Смотрим. Nice. Bro, can you just fucking check everywhere? On B. Man time, what are you doing? Ай, он встал в ту же позицию, как и в прошлом раунде. Mid. Flashing mid. One is linked, balcony. Pit. Blood pit in there. Low HP. Low HP. Pit.
Нормально. Хоть что-то сделал пока что. The booster on site. I'm flashing. Booster on site, wake up, what the fuck? You're trolling us. Nice one. Diffusing. Ой, я не могу клатч брать вот на этой карте. Take CT, purple, take CT. One ruins. Nice. Let's just win. Hey, come on guys, what the fuck are you doing? Unbelievable, you score loose. CT. Грэбер. Ой, сложная катка для меня получается. Вначале я играл лучше, а сейчас уже 3 килла за 4 раунда, что-то такое. Мы проиграли эту игру. Ой. Третья игра. Тут уже было получше. Появилась чуйка. Появилась стрельба, но без спойлеров, поэтому приятного просмотра. Клон. О, господи, как я ненавижу такие моменты. Чекшоп. Клоус. Прыгнул зачем-то. Зачем я прыгнул? Прочекать? Минус 30 хп. Дальше стреляюсь мидом. Ладно. Нужно запоминать эти все ошибки. Они такие тупые. Стейкат, трэш карпу. Там. Рамп топ. Гоэн, эйкли. Не пикайте, блядь, пожалуйста. Бать, я не мясо ебал. Фу, это было красиво. Go fight me, как чел меня не убил? Как? Блин, мог бы такой красивый раунд брать, если бы стрельба была бы адекватная. Ай-яй-яй, ну что это? Я прям чувствую, что я не перестреливаю. Ну это видно. Nice. Fucking flashing. One health probably. Half HP probably lost. Go, push. Ай-яй-яй. А, блин. Да, тебе надо было релоуднуть, сука. Такой раунд опять. Опять клатч. Не берется просто. Boost me on short, Грэм. Yeah. Oh, two guys on middle. Oh, I wonder at the base. Yes. Thank you for getting. Да. Хорошо. Спасибо за игру. Так, ребята, я доволен. Четвертая игра. Тут уже просто все было по кайфу вообще. Чувствовал все, что можно. Просто выходил, убивал. Вот на четвертой катке я понимал, что уже все под моим контролем. А почему он тебя не въебал, да? Найс, ласт под окном. Пистол, я не шокер. Что он тут вообще делает? На каре и лонг каре. Найс. Ласт шорт. Ласт шорт. Выпала рампа. Сайт убежит. Закрыл его убить. Найс. Бьем. Найс. Один дверь. Слушайте, чуваки, вы заметили, что у меня со спреем проблемы? Вот сколько раз я не стрелял со спреем, у меня всегда проблемы с ним. Шо ты его? Хорош, ладно. Красавчик. Еще два. Ай. Да можно убить его. Ай-яй-яй, как это было страшно.
Хорош. Блин, не это плохо. Это типа пиздец. Я ушел. Хорош. Видел. Еще один под Б. КП. Найс. Шот, шот. Тридцатка? Да, все, чуваки, тридцатка. Катка была неплохой на самом деле. Есть разница. Сейчас пойду еще одну. Пятая катка, это уже последняя игра. Я, если выигрываю, то апаю левел. Заспойлерю, ладно, впервые в этом ролике. Я апну 8-й левел, и это круто максимально. Я рад, что я наконец-то это сделал. Поэтому мы можем записывать ролики. Апнул 9-й левел, апнул 10-й. И потом апнул 4000-й элла. А потом апнул победу на мажоре, а потом апнул. А что еще? Мажор — это конец игры. Сейчас будет очень серьезная катка. Имеет плюс 28 до 8 левела, а эта катка на плюс 31. Как вы понимаете, когда элла больше, чем 25, значит противники чуть выше по элла, чем средний показатель твоей команды. Поэтому будет интересно. Я постараюсь, это моя последняя катка. Я надеюсь, моя последняя катка. Если я проиграю, я... Мне придется поиграть еще одну катку, мне не захочется это делать. Да. А, Эдвард. Эдвард. О, господи, как? Ну как? Ну что я делал не так? Ой, как хорошо. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Take off, please. Ай-яй. Хорош. Это смог так. Давайте, пожалуйста, пойдем. Тоже. А можно убить! Ну неплохо было, мне понравилось. Хорошая позиция, без шуток, ее вообще никто не проверяет. Даже я бы не проверил. Prefire, bitch. Все, лад будет без бомба, потому что он байтил. О, нет. Он без головы. Какой, если этот раунд, сейчас мы сольем, и мы сольем катку. Как уйдет? Ты просто, просто прыгай за ним. Хорош. Ребят, сори, пожалуйста. Ай, как вы, это самая лучшая катка пока что по эмоциям. Домой лохов, блядь, ебучев. Яма, яма, чел. А, еще топ мидл чел. Слева. Яма был. Еще был ландер один, аккуратно давно. Близко, кон, кон, фаерфорд. И ставит, все. Молодцы, ребят. Хорошая катка, спасибо. Это хорошо, потому что у нас восьмерка. Все, ребят, мы сделали то, что хотели. Еще мне дали какое-то крутое достижение. Прикольно выглядит, мне нравится. Спасибо большое всем за просмотр этого ролика. И не забудь подписаться, пожалуйста, на канал, потому что очень много людей не подписаны и просто смотрят ролики. Это не круто, ребят, пожалуйста. Не забудьте это сделать. Пока.